решил вам показать свою покупку свежую. Телевизор Honda 503. Вот. Главное достоинство — диагональ 50 дюймов. Вот именно рука. Я не знаю, сравнить с чем. Ну, короче, телек, конечно, большой. Вот центр возле него стоит, можно сравнить центр и этот, и диагональ. Так, теперь поговорим о телевизоре. Так, первое, что кидается в глаза, нету антибликовой поверхности от этой. Ну, как бы есть, но не та, что хотелось бы, конечно. Немножко перекрывает глянец, но тем не менее отблеск есть. Так, теперь что у нас имеется? Пульт. В основном все управление с пульта. Вот, выключение. Все, здесь нету никаких кнопок. Сзади есть только одно колесико. Ну, как бы им там все можно делать, но в основном все делается с пульта. Включаем. Так, включили. Вот так он включается. Буквально секунды 4 он включился. Так, вот это у нас так показывает обычный телевизор. Ну, сигнал идет с обыкновенного тюнера через тюльпаны. Я пока сейчас думаю, как бы более качественную картинку это сделать, либо Т2, либо я пока не решил. Ну, в общем, так, теперь смотрим. Здесь два входа на флешки, два входа HDMI, один VGA, один с карт, этот широкий, и выход на тюльпаны. Так, теперь допустим меню. Что у нас по меню? Быстро пройдемся. Вот изображение. Видно, не видно, сейчас, секунду. Вот изображение. Так, чуть поближе сейчас сделаю. Сейчас поменьше сделаю. Угу. Так, тут режимы, спорт, яркость, как бы выставляется динамический, нормальный. У меня нормально стоит ночной режим, так он темно показывает. Кино. Некоторые режимы выставляются, некоторые нет. Тут пара вроде не выставляется, все остальные выставляются. Какая-то тут еще подсветка дополнительная, можно включать шумоподавление. Если при выборе телевизора будете смотреть какие-то плавные такие переходы там, или нерезкость, хотя должна быть резкость, допустим, в этом выход, допустим, с компа идет, короче, что шлифы такие тянутся, не беспокойтесь, это не матрица, выключайте шумоподавление. Оно как бы вот это вот убирает вот эту штуку. Дополнительные настройки. Допустим, что у нас? Динамический контраст, тоже цветовая температура, масштаб изображения, фильма, я не знаю, режим фильма, что это такое, телесный цвет, но это понятно, цветовой сдвиг, как бы все примерно понятно, что тут сброс. Не надо, пока выставлю. Здесь быстрый переход, такое маленькое подменю. Вот у меня спорт стоит, это я для себя выставлю. Звук. Некоторые люди жалуются на этот телевизор, потому что здесь квакающий звук, как бы нету низких частот. Вот специально есть такая штука, динамик низкий, вот она. Вкл сделайте, будет вкл. А ну. Я не знаю, слышите, нет? Ну, то есть, оно как бы оно действительно слышно, как бы немножко такой тембр придается лучше. Объемный звук работает, но мне не нравится, что-то некрасиво. Цветовой вход, цифровой вход тоже я тут не пробовал нигде ничего. Ну, громкость, то такое, то понятно. Колонки хорошие, мне понравились. За гарантией на год брал в Эльдорадо, это Украина. Так, эквалайзер, фильм. Тут тоже можно свои настройки делать. Так, переходим. Настройки обычные, что мы имеем. Язык, родительские настройки, источники. Ну, источников, как обычно, куча. Ну, как в обычном телеке, то есть то, что я говорил. У меня стоит вот этот и вот этот сейчас подключен. Все остальные пока не подключены. Так, что у нас тут еще есть по меню? Медиабраузер есть. Так, медиабраузер.
Флешка. Так, да, что хотел сказать по флешке. По поводу видео. HDTV, я сюда загружал видео. Сейчас, секунду. Загружал сюда видео. HDTV-шное, Full HD, 1080. Загружал 5-гиговый мультик. Там мультик, фильм, неважно. Открывает раз через раз. Раз хочет видео, ну открывать, раз не хочет сам файл, видит нормально, флешку открывает. В NTFS все, гигов на 5. В итоге он бывает полфильма пройдет, возьмет флешку, перезагрузит или еще что-то. То есть не хватает, либо пост греется, либо не хватает питания на флешку, я и понять не могу. Обычное видео, пожалуйста, это мы скачали 95-го квартала. Да, это обычный фильм, который там... Картинка, конечно, на телеке лучше идет, чем на этом фотоаппарате. Вот, ну сейчас, секунду. Можно даже прям... Ну, то есть, идет. Вот. Так, выход тоже по сериям, ну, то есть, навигация есть. Так, фото на этой же флешке, надо включать фото. То есть, маленькие фильмы, он будет идти хорошо на маленьких фильмах. Вот, допустим, вот так вот выглядит картинка. Это чисто было взято в Full HD, ну, Full HD. Специально выбрал для этого монитор. Сейчас мы глянем. Сейчас пиксель. То есть по машине... Хочу показать, что картинка действительно соответствует как бы заявленный режим матрицы на присутствующихся. Так, но при выборе телевизора стоит взять с собой флешку и сюда закачать обыкновенные красную картинку именно этого расширения на проверку пикселей. Зеленый, у меня тут он на фотику какой-то непонятный. И синий. Вот, три основных цвета, в которых вы увидите, пройдитесь по всему периметру, чтобы посмотреть на обитые пиксели. А все остальные, это так уже смесь цветов, там фиолетовый, там белый, желтый, черный, да? Черный. Смотреть на предмет светлых пятен, ну то было на ламповых, дневного света лампы. Здесь уже слайдами такого не бывает. Вот. Так, и последнее, да, вот это. Так, назад. Музыка. Ну, я музыку сюда ничего не закидывал, то и тут ее нет, как бы. Теперь смотрим выход с компа. Вот, здесь выход с компа. Это я поставил на быстрый поиск. Ну, тут можно запоминание делать. Теперь мы видим сигнал с компьютера. Так, теперь показываем. У меня просто шнур идет 10 метров VGA. Вот идет прям компо. Сейчас наведусь. Вот заявлено его. Вот этот большой экран, вот мой маленький. Вот это его. Видно все. Так, теперь берем это, допустим, это окошечко. Перетаскиваем его туда. У меня из-за 10-метрового VGA шнура, сейчас, секунду, подойду, маленькие есть помехи, так как 10 метров все-таки дают о себе знать. Сейчас, секунду, наведусь. Ну вот, но тем самым мы сейчас просто увидим, как пиксели справляются, нет. Вот, то есть нету смазанности, каждый пиксель отвечает. Каждая буковка отвечает определенным пикселям. То есть это да, это его изображение. Сейчас я найдусь. Вот так вот смотрится с компа. То есть когда вы включаете VGA, звук же не передается. Если вы включаете HDMI, то получается, что передается и звук по проводу. А здесь надо вести два провода VGA и подключать отдельно к тюльпанам переходничок, если вы видите. Секунду, который вставляется в монитор, в телевизор, и переходничок, он идет в комплекте, и звук, получается, будет идти от тюльпанов.
принципе, я думаю, если вам не надо смарт, там, и вы не впадаете в шок от китайских телевизоров, в принципе, хотя тоже, в принципе, брал, вот, как бы немножко стремался, ну, пока все работает, пока все исправно, где ничего не глючит. Вот, если вам, да, не надо смарт и хотите большую диагональ, то, я не знаю, мне этот телевизор пока нравится. Вот, теперь будем смотреть, сколько он проработает. Ну, гарантию дали, вот, там будет видно. Всем спасибо, это был обзор телевизор Honda 503, вот 50 дюймов диагональ. Все, всем спасибо, всем пока. We'll be right back.